Молдавские власти ведут прямые переговоры с производителем вакцин Pfizer для приобретения около 700 тысяч доз прививки против ковида. Об этом сообщил госсекретарь Минздрава Игорь Куров. По его словам, через платформу COVAX в скором будущем мы должны получить в дар новую партию сыворотки. Как уточнил Игорь Куров, в рамках переговоров производитель сообщит точно, сможет ли поставить необходимый нашей стране объем вакцин. Крупный производитель Pfizer ответил на наши запросы, и на данный момент ведутся прямые переговоры. Мы запросили торговое предложение на 700 тысяч доз, но все зависит от возможностей производителя, а не от нашего желания. В то же время госсекретарь объявил, что Молдова ждет поступления бесплатных вакцин через платформу COVAX. В этом месяце мы ждем от платформы COVAX еще одну партию прививок в дар для Республики Молдова. С остальными компаниями-производителями вакцин мы пока находимся на уровне запроса их предложений. Необходимо отметить, что в настоящее время граждане Молдовы могут вакцинироваться 5 прививками. Речь идет о вакцинах AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Sinovac и Sputnik V.